Более 26 тысяч человек обратились в волонтерский центр регионального отделения партии «Единая Россия» за год. За время пандемии активисты помогали всем, кому требовалась помощь. В первую очередь югорчанам пожилого возраста, медикам и их детям. Волонтеры доставляли в поликлиники и ковидные госпитали продуктовые наборы. Обязательно горячее питание. Ведь спасая людей от коронавируса, врачи и медсестры находились в больнице круглыми сутками. В то время, когда ковидным бригадам не хватало транспорта, добровольцы возили их к пациентам. Югорчанам старше 65 лет доставляли лекарства, помогали решать бытовые проблемы. В день рождения центра секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» поблагодарил всех волонтеров за работу. И в настоящее время, вот уже прошел год, вроде как и пандемия потихоньку идет на спад, волонтерские центры у нас востребованы. Потому что только вот, скажем, за вчерашний день к нам поступило более 50 обращений, и они обрабатываются, и они исполняются.